чем проблема-то, ну? Ну, не знаю, как с ним общаться. Смотри, парней видишь? Сейчас мастер-класс покажу. Молодые люди, не подскажете, где тут остановка Дзержинского? Ну да, здесь недалеко, я вас могу проводить. Даже не знаю, как неловко. Все, на связи, давай. Все, номер телефона взяла. Ну, у меня немного другой метод. Привет. Ну все. Че, может, тебе тоже надо? Опоздал. Это еще что за херня, а? А где джакузи в номере? Где винная комната? Ну, суки, я вам сейчас устрою, а? Ну, вам еще сколько лет? I'm sorry. Room? No, room bed. No, no вино. No коньяк. No джакузи. Мне не нравится. No, sorry, ma'am. I would like to apologize for all the inconveniences. So maybe we can find some decision to solve this problem. Okay. Okay. Thank you. Охренели, понимаешь? Ну я им тут такое устроила. Они вообще в шоке. Забегали. Тут половину уволили. Да, сказали, что на люкс поменяют. На джакузи со всеми делами. Bedroom. Английский сначала выучи. Алло. Всем привет. Новогодние праздники уже закончились, поэтому снова с вами Дневник худеющий. Так, вчерашняя пицца была ошибкой. С сегодняшнего дня точно начинаю худеть. А я купил абонемент в спортзал. Теперь точно есть буду меньше. Денег на еду не осталось. Я обнаружила, что брокколи не такая уж и противная. О, провансаль. Меня тут пригласили на свидание в ресторан. Решила себя немножко обезопасить. Решила бегать на улице. Ну что, побежали? Челюсть сломала. Вот и похудею. К нам же новенькая заселилась. Вообще прошманда. Неделя не живет, уже мужиков водит. Ой, да квартира-то нормальная, но у меня тут одна соседка так достает, вечно прикапывается, знаешь, как карга старая. Все люди работают, а она всю ночь музыку, тоц-тоц, полюбостыв дистанцует. И знаешь, чуть что полицию вызывает, у меня в прошлый раз книга на пол упала, она сказала, что перестрелка и ментов вызвала. Знаешь, сразу видно, не из благополучной семьи, наверняка еще и наркотики принимают. Это зависть, скорее всего. Я ж молодая, а ей под 40 лет. Я, знаешь, комплимент максимум дядя Сережа, сторож, скажет. Ага. Ой, здравствуйте, Викулечка Владимировна. Ой, здравствуй, Викулечка. Ну, как твои дела? Ой, да все хорошо, вот по работе побежала. Ну, давай, беги, Майя. Все, давай, счастливо. Давай. Вот овца. Я же говорю про шманда. Ну что, смотрим новую порцию лайфхаков. Отбирать-то будешь? Не, просто мне интересно, как она видит при этом. Это для социалок. Чтобы социалки прослепы. Социалки прослепы. Да при помощи скотча вообще же дофига всего можно сделать. Обвисла кожа. Так, не внезапно причем, да, с утра. Представляю, у меня скотч такой обрывается. Да ладно! Черту похудение, есть же скотч. Тут самое главное не поворачиваться спиной, потому что везде там сзади натянуто. Все, несите скотч мне.
В попке холодно. Конечно, сниму свой шарф и просто обмотаю стульчак. Да что происходит в общественном туалете, да, когда просто вот такой слой там. Ну-ка, ну-ка, зато попке тепло. А если шарф ты конец целует? Ага, судя по Инстаграму, из этой одежды мы уже полгода не вылезаем. Может, время обновить гардероб? Может, время ее постирать как-то? Смотри, какое милое платьице. Есть идея. Делаем заказ в интернет-магазине, выбираем доставку до двери. Курьер спешит, но просим его немного подождать за дверями. Наряжаемся в новые вещички и делаем как можно больше фотографий. Как можно больше фотографий за 10 минут? Ничего из этого мы, конечно же, не будем покупать. Так, забирайте вещи, ничего из этого нам не подошло. А, ну это классика, это классика. Точно так же можно поступать с едой, например. Заказать, съесть и вернуть. Совершенно не то принесли, что это за говно. А, вы знаете, ничего не подошло. Ну тогда с вас 2000 за доставку. Смотрите, что там? Вон! Мучительная боль при просмотре чужих фотографий с отдыха. Море, горы. Эх, а у нас за окном один и тот же пейзаж. Кажется, я знаю, что делать. Берем ракушки и строительный песок. Что? Высыпаем мешок и равномерно распределяем его по полу. Нет, смотри, ты убирать его будешь. Расстилаем полотенце и раскладываем раковины. А море можно сделать, например, платье синее снять, где-то там в заднем фоне расстелить и типа море. И типа его, если шевелить, то оно типа плещется. К пляжной фотосессии готовы. Теперь я понимаю, откуда столько фотографий с Бали. Фотки с комнатного курорта лучше всего выставлять с наступлением холодов. Ты на полу, блин, это всем видно. Я просто не пойму, они где заказывали мешок песка? У них же денег нет. В детских песочницах пошли, набрали. Либо наполнители из кошачьих лотков. Что делаем? Стоять! Лучший поднос, который я видела. Главное, чтобы в этот момент нос был заложен, потому что, скорее всего, от стульчика может пахнуть задницами. Это самый странный тест-драйв в моей жизни. А кабачковая икра в свете вот это вот похожа совсем не на икру. Храни Господь этих людей, снимающих лайфхаки. Знаешь, что вчера было? Петя, короче, после корпоратива к себе повез Марию Семеновну. И вернулись они в 8 утра. У каждого бывают в жизни ситуации, когда ты превращаешься в одно большое ухо. Я же одна дома. Да что он поет-то? Да, в настоях друзей посмотри, нормальные ребята, сейчас не нравится. Нормальные? Пьяницы, да и только, бездельники. Это твои подруги тут пили установку, мы нормально сидели. Конечно. Я же обычно пьюсь, ага.